Капитальный ремонт Южного моста стартует уже в середине следующей недели. Впервые за 40 лет проведут столь масштабное обновление. Ремонтировать будут все – от опор до бордюров и асфальтового покрытия. Конечно, некоторые неудобства автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется потерпеть. На время ремонта закроют половину Южного моста. Для движения останутся только две полосы, по одной в каждом направлении. Грузовой транспорт на мост не пустят. А пассажирам автобусов нужно будет делать пересадку в поселке Торево и идти пешком до улицы Промышленной. При этом платить за проезд придется только один раз. Автобусные маршруты, все, которые в южном направлении у нас двигались, мы предусмотрели, также вот и Министерство транспорта, межмуниципальные маршруты тоже будут следовать по укороченной схеме и с пересадкой после пешего перехода будут осуществлять перевозку своих пассажиров дальше по маршрутам. Пассажиру не нужно будет платить дважды за вот эту пересадку. С перевозчиками это уже оговорено. Городские власти рассматривают все варианты, как минимизировать неудобства для горожан. Так, между Новокуйбышевском и Самарой будут ходить 7 дополнительных электричек. С учетом уже имеющихся, составов будет 17. Рациональный вариант нашли и для дачных перевозок. 7 маршрутов автобусов, которые раньше отправлялись с автостанции «Аврора», теперь поедут от Хлебной площади. Такой вариант будет самым экономичным для дачников. Прорабатываются варианты организации автобусов от железнодорожной станции «Красный Крыжок». Во всех местах, где изменится схема движения, установят информационные аншлаги. Ситуация непростая, значит, надо всем потерпеть. От наших совместных усилий зависит то, как люди воспримут и как они это лето, с каким настроением проживут. Поэтому, пожалуйста, максимальные усилия, максимальное внимание, максимальная ответственность от каждого из нас. С учетом того, что через Южный мост будет проходить большое количество людей при пересадке на автобус, глава Самары Олег Фурсов поручил подрядчикам организовать дополнительную охрану объекта. Завершить масштабный ремонт строители должны в октябре. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.